Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Поехали. Так, конфетки, в общем, все, что нужно нам. Давайте посмотрим. Так, лотерейки. Так, ну, все как обычно по стандарту, ребят. Замечательно. Так, у нас задания все откатились. Все, поэтому давайте приступать, конечно же, к выполнению их. Замечательно. Получаем еще один жетончик. Так, подарить 5 сердечек друзьям. Ну, это, естественно, само собой разумеющееся. Так, кого найдем? Найдем босса? Нет, босса нам не дают в последнее время вообще почему-то. Как ни странно. Так, играть в лотерею, понятно. Выполнить два задания. О, давайте таверну вначале мы, наверное, завершим. Не понял. Ах, да, ребята, да. Я как раз в прошлой серии... Да нет, даже не в прошлой серии. Я просто выполнил, а поставить не поставил новый, потому что там, ребята, еще не было отката. Так, хорошо, давайте обновлять. Будем... Блин, не хотелось бы мне, конечно, сейчас обновлять. Я коплю, ребята, себе гемы на то, чтобы купить. Хоть вы и говорите, что это слишком дорого и не нужно, но, тем не менее, хотелось бы мне этот сундук, помните, да, за 6000 гемов себе приобрести. Так. Давай, давай, хорошо, мы это получили. Так, тут у нас что? Так, конфетки, ребят, давайте мы с вами потратим. Посмотрим, сможем ли мы еще получить. Нет, наверное, не хватит, нам придется в заданиях. Хотя, почему не хватит? Все хватит у нас, ребят. Или нет? Чуть-чуть не хватило. Ладно, сейчас мы это дело исправим с вами. Так, тут у нас по интегралам тоже как-то не айсово. Чудо-след, все это понятно. Вот этот, ребята, сундук я хочу взять. Дают мне драгоценность провидца. Да, 5 штук. Плюс супергерой какой-то должен будет появиться. Ну и, естественно, маска для... Маска, ну, назовем шкура, скин, как хотите называйте. Для дьявола ночи. Посмотрим. Осталось буквально немножко. 2000, даже не 2000, а 1500, грубо скажем. 1000 алмазов. Так, давайте забегу я быстренько в гильдию. Так, монетки мы это получили. Давайте в поместье заглянем. Так, науку мы это попозже. Давайте посмотрим, что у нас там по рейду. Так, сколько? Ой, 91%. Ребята, я что-то не понял. А никто его, что ли, не бьет больше? Не бил, кроме меня? Что за ерунда? Почему вы так делаете? Странно. Я его бил в последний раз. У него был 91%. Сейчас захожу, у него опять 91%. То есть, получается, действительно, его никто не бил, кроме меня. Странно. Ладно, мне-то не влом его полупашить. Мне даже это за радость, честно говоря. Так, ну что же, он свой получил. Сколько я ему? 90% у него осталось. Так, ну чуй, нифига чуй, просто это меня переплюнул, блин, 10 лямов урона он уже, блин, понаносил этому гаду, а? Ты посмотри. Ну чуй, молодец. Так, зайдем в мельницу, ребята. Выполнен у нас задание. Так, я сразу принимаю еще. Не буду, ребята, делать, как вы меня просили, апать. Будем вот так вот просто на начальных уровнях и делать. 10 часов и 10 часов. То есть, нормуль. Так, давай сюда глянем. Так, пожертвовать. Ну, деньги пожертвовать это я могу, ребята. Нет, я даже вот так вот сделаю. Так. И вот так вот. Отлично. Так, Чуви меня и здесь переплюнул, а? Он меня и здесь переплюнул, а? Ты посмотри на него. Ладно. Так, давайте зайдем в компашку. Быстренько с вами заберем трофеи. Так, 3 конфетки. Как раз нам хватит для того, чтобы забить. Плюс еще мы с вами сделаем одну чудо-вещь, то есть артефакт. Так, давай-ка здесь получим. Ну, уровень, к сожалению, нам не дали. Значит, еще рановато. Так, секунду. Где у нас там эти тыковки-то? Вот здесь, да? Подожди, где? Вот. Ну, должно хватить. Не надо выкабучиваться, я же говорю, хватит. И получаем еще 2 синтеза кожи. Во, 288, ребята, гемов мы получаем с вами. И 2 ляма бабла. Это уже хорошо. Совсем-совсем немножко нам остается, ребята. Где бы еще нам можно было бы получить? Ну, получим эти брюлики с вами. Так, давайте посмотрим в рюкзаке, что у нас. Ага, давай-ка создадим. Что нам выпадет? Так, это у нас... О, вред магам. Слушайте, это хороший артефакт. Я думаю, что и есть смысл его раскачать. Мы можем еще один призвать. Ох ты,
Такого тоже у меня не было. Это у нас вред пастору. То есть хилам, да? Отлично. Вот единственное, что апать мне нечем. Блин, апать нечем. Опять надо будет над этим, ребята, нам думать. Также у нас свободный остров откатился. Так, на рынке мы ничего брать не будем. В алтаре есть кого? Да, есть расщепить этого маленького демона. Так, недавно, ребят, на днях я сделал кого? Сейчас я вам покажу. Я поднял до 6 звезд нашего боец, по-моему, на драконов. Или как его там величать-то? Не знаю, зачем я это сделал, но сделал, ребята, вот. Всадник на дракон. Как вот, как его увеличать? Сейчас посмотрим, ребят. А, охотник на драконов, вот. Сделал. Ну, я тем самым еще себе инвентарь немножечко почистил, потому что там уже все было на пределе, грубо говоря. Так, давайте сделаем призов героический. Кто нам выпадает? Мирек, трехзвездочная фигня это полная. Давай здесь посмотрим, кто. Так, Шарлотта, тоже ерунда, ребята. Ну, давайте еще дружеский призов сделаем. Так, опять Шарлотта, уже две звезды. Все это идет, естественно, ребят, на разборку у нас. Так, получаем здесь и здесь ревард. Так, играть два раза в лотерею, это обязательно будет. Так, а я еще и таверну не выполнил, ё-моё. Хм, ну давай где бесплатно. Давай где бесплатно, как раз мы с вами выполним эти два задания. Так, и еще один вот этот вот. И этот выполним тоже бесплатно, да. Все, хорошо. Отлично. Естественно, ребята, нам нужны уже 5, 6 и 7 звездочные задания. 7 звездочные еще ни разу мне не выпадали вообще за всю эту игру. А хотелось бы. Так, что у нас тут? Так, изорванное пространство. Это синтез. Так, ивент. Вот за таверну, ребята. Видите, нам нужны 6 и 7 звездочные. Даже 6, 7, 5 звездочные тоже, кстати, не нужны нам. Вот так-то. Так, тут у нас по интегралам испытание чемпиона. Я не знаю, ребят, наверное, не успею сделать. Не хватает у меня билетов ареновских. А вы сами знаете, по-моему, там 3 билета нужно на один только вызов, на один бой. То есть проблематично будет для меня это все сделать. Так, следующий ревард у нас будет 4-звездочный, 30 осколков, да? Получается так. Испытание храбреца у нас еще с вами откатилось. Ха. Ну что ж, поехали тогда. Тут у нас, по-моему, ничего нету. Да, у нас тут ничего нету. Давайте тогда просто обычную лотерейку с вами крутанем. Поехали. Ой, подожди, подожди, поехали. Давай-ка мы, наверное, тут заменим. Сделаем обновление. Да. Обновил, блин, на свою голову. Ну и фиг с ним. Ну, что? Ну, души дали, хорошо. Души пригодятся нам. Хотя их у меня... Да нет, вообще-то не хватает никогда. И ботинки. Что-то в последнее время то ботинки, то... Роба выпадет, то еще что-нибудь. Так, изготовить 3 снаряжения. Так, и давай-ка мы не снаряжение, а вот в рейд сходим, да. Давай-ка сделаем вызов с тобой. Так, сюда. Поехали. Как вы и просили, ребята, раскачиваю я сейчас Данте. Дентриана этого нашего. Ну, что я могу сказать? Так, ничего, вроде бы парень держится довольно неплохо, вы были правы, но насчет кэрри, черт, я не знаю. Не знаю, когда я его получу, и получу ли я его вообще. Ой-ой-ой, как слабо нам дают, ребята, с вами, очень кисленько. Так, а здесь? Ну-ка, давай, давай по полной программе, хоть здесь фартани, о, вот это хорошо, ребята, выпало. Ну, могло бы и получше, но нет, нифигарики. Сказали, что с меня и этого хватит. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, самый липовый сейчас мы сделаем. Давай вот сапожки, пожалуй, изготовим. Так, что у нас еще здесь есть такого? Блин, я даже не знаю, ребят. Ну, давай вот эту броню. Ой, 4 штуки, что ты... Ну, ладно, фиг с ним. Не хотел, но сделал. Так, и на арену. 3 раза нам нужно сразиться на арене. Сколько у меня билетов? 2. 2 билета, ребят. Естественно, мы будем с вами делать обычный бой. Не пойдем даже мы с вами на хрустальную лигу. Просто обычные вот эти вот бои. Так, давай дальше. Это вот у нас уже второй бой и последний третий. Давай. Завершающий, так скажем, да? Все, отлично. Забираем свой ревард.
Да, ребята, и у нас остается лишь только выполнить 5 раз задание компании. То есть это все, естественно, будет у нас потом. Так, свободный остров у нас в откате, поэтому я вижу смысл его сейчас попробовать пройти. Так, отлично. Хотя в последнее время, ребят, мне как-то не везет. Не везет с прохождением. Все время меня валит то босс, то еще что-нибудь. Так, могу повысить. Больше не хватает. Все, давай посмотрим, что у нас тут на поляночке творится. А на поляночке... Ой, островов-то сколько много стало. Что-то как-то уж перебор, по-моему, да, ребят? Ну что, делаем рейдик. Делаем рейдик с вами. И в рейде... Ну, в принципе, хорошо здесь все у нас находится. Поехали. Ой-ой-ой-ой, кисло-кисло-кисло. Или все, да, смотрите, ребята. Все у нас тут хорошо получилось. Плюс еще 2 нарцисса осталось. Соответственно, я добираю еще 5. Вот здесь вот. Итого 7, но я боюсь, на босса не хватит, не сможем исправиться с ним. А тем более вот с этим вот. Ха-ха. Черт бы его побрал, ребята. О, босс света, мы не сможем с ним справиться, ребят. Ну, уже не один раз пытался. Сколько мы там у него отобрали? Всего лишь 50%. Я хренею, ребят, с него просто-напросто. Как его валить, ума не приложу. Как специально мне делают. Так, что у нас тут такое? А, получить и отправить? Погоди, нет. Давай-ка сделаем запросики с вами, да? Чтобы было у нас много друзей. Чтобы мы могли с вами получать больше сердечек. Так, давай сюда. Дерси. Все, отлично. Так, что у нас по чату? По чату, наверное, вообще тишина. В гильдии почему-то вообще все молчат. Последнее сообщение мое, и то фиг знает какое. Двухнедельной давности. Так, круг призова арена. Так, у нас остается, ребята, испытание храбреца. Естественно, я на него отправляюсь. Тут и думать, как говорится, нечего. Чешуя нужна нам всегда. Поехали, выбираем так, так, так. Вот так. И Камуса. Хоть многие говорят, бери Кэрри вместо... Камуса. Не знаю, ребят, мне почему-то кажется, что Камус здесь заходит лучше, чем Кэрри. Вот когда Кэрри я проапаю до 6 звезды, тогда буду его брать. А в данный момент почему-то мне Камус вполне даже здесь устраивает. Ну что же, поехали. Так, все тут хорошо. Ну, ребят, ну это первый уровень, естественно, здесь все будет у нас замечательно. Так, поехали дальше. Естественно, чешую мы будем с вами копить. Копить мы будем ее на Кэрри. Будем с вами за счет чешуи приобретать ап для своего персонажа, для своего Кэрика. Ах, как хорошо бомбит, да, ребята, Данте-то? Ух, огоньком своим, шмяк-шмяк. Ну что деньги-то, зачем мне деньги? Мне деньги сейчас не нужны, мне нужны чешуйки. Дайте мне чешуйки, елки-палки. В достаточном количестве. Или дайте хотя бы мне пройти полностью ее, чтобы я мог получить 1000 чешуи сразу же. Так. Ну что-то, что ты выделываешься? Ну и спасибо ребятам, те, кто мне объяснил, что такое запирание и тому подобное. Очень было полезно услышать и понять. В принципе, я как бы догадывался, что именно так оно и есть. Закрытие способностей, но тем не менее, ребят. Особенно мне понравилось, если есть запирание, то где же тогда открывание? Написал один из подписчиков. Так, ну ладно, 6 гемов мы с вами получили, поехали дальше. Так, ну в принципе, здесь тоже вата. Должны с ними разобраться мы. Еще, ребята... Так, тихо. Ага, нормуль. Ну, смотрите, ребят, здоровье у моих у всех пока полное. То есть есть такой небольшой шанс, что мы сможем с вами... Ну, до последнего ряда, конечно. Но где-то до 11-13 дойти главы мы должны. Все, опять же, зависит от того, какой будет у нас противник. Не знаю, каким макаром он здесь подбирается, выбирается... Может быть, кто-то там на защиту стоит из того ряда. Так, пиу, упал. Да, и, кстати, вы скажите, шестизвездочный вот этот вот охотник на драконах, он хорош или не хорош? Стоит ли его брать в пачку в основную или нет? Или лучше так оставить его на корм кому-нибудь? На корм рыбам, ё-моё. Так, тихо, не надо буянить.
Ну, здесь все хорошо у нас получилось. Разбомбили. Чешуя. Как жар горя в 33 богатыря. Так, а здесь не нравится мне. Мне здесь как-то немножко боязно за... из-за одного только героя. За Вейда вот. Ну, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Не надо буянь, пожалуйста. Так, этот рисанется сейчас. Душа, как говорится, лежит. Ну, все. Нет, все, как видим, довольно хорошо и гладко у нас здесь прошло. Отлично. 9-я стадия. Здесь я ничего не вижу такого паранормального. Разберем, даже не поморщимся. Это как пить дать. Кто тут у них? Бат, демон, голем этот. Всех просто вообще. Изейшей получилось. О, чешуя выпала, отлично. Так, вот уже и 10-я у нас глава, этап. Ребята, а мне не нравится, по-моему, Валькирия была, если я не ошибаюсь, блин. Ну, будем надеяться на слабенькое. 129 уровень, нифига себе слабенькое. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 не надо тут выделываться, пожалуйста. Вот Валькирия-то, блин, непробиваемая гадюка, а. Так, Вейса, падай, упала. И, ну, есть. Нам повезло, ребята, крупно причем повезло. Змейка все-таки сделала свое дело. Молодец, красавица. Так, ну дальше, так, кросс у нас здесь. Ага. Блин, такая довольно противная пачка у нынешнего нашего врага сейчас. Но я думаю, что должны, наверное, мы с ней разобраться. Так. Ой, ой. Что творит? Что он творит, ребята? Так, ладно. Этот... Так, белочка, белочка, иди отсюда, ты нам не нужна. Фух, нам фартануло, ребят, но здоровья очень мало осталось. Я не знаю, 12-й только лишь этап, здесь кто? Ну, здесь, блин, опять Валькирия, да чтоб ее, а. Да, здесь, наверное, у нас упадут. Упадут отрядики. Смотрим. Так, а это кто такая, интересно? Я что-то не помню такого персонажа. Ох ты, ох ты. Ёпрусы ты, ребят, вот это жесть. Вот это жесть. Офигеть. Ребят, я даже не пробил, представляете. Я, конечно, попробую сейчас взять своих оставшихся. Но мне кажется, что это вряд ли что нам поможет как-то. Вообще никак, наверное, не поможет. Все это бред полный. Да. Не думал, что на 12-м этапе мы, конечно, упадем. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Ты посмотри, какая... Кто это такой-то, интересно? Что за персонаж такой непробиваемый? Я не могу понять. Его просто разобрали, даже не поморщились. Слушай, ну это дичь какая-то. Мне так... 300 всего лишь, ё-моё. Ну, такими, ребята, темпами мы будем на кэри копить еще год. Угу. Да, не повезло. Так, что, в башню нам идти? В башне я, по-моему, тоже, ребят, таких люлей сейчас отгребаю по полной программе. Вот здесь, кстати, я тоже прошел еще один уровень. Так, ну-ка, сколько у меня? 1135. Нужно 6000. 6000, ребята, блин, жесть какая-то. Ну, тут тоже я не понимаю, как тут все это дело происходит. Вот, например, выбираем вот этот вызов, да? И вот дают мне вот этих вот персонажей. И что мне с ними? И что мне? Вот как вот мне с ними играть, блин? Что мне, хотите сказать, что я должен прокачивать здесь вот этих вот карм? 5 штук, чтобы здесь рулить. Или как? Я не знаю, ребят. Бред, конечно, какой-то. Так, ладно. Испытания мы с вами провалили полностью. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим, может быть... Да, вызовем 3 карточки героев. 3-звездочных. Тынь-тынь-тынь-тынь. Фигня полнейшая. Можем еще вызвать 1 4-звездочного. Так, хорошо. Компания. Давай я еще раз вот здесь вот заберу все. Трофеи. 1 выпала. А сколько нам нужно здесь? 92 уровень, да? 92, а у меня только 91. То есть еще левел целый нужно ждать. Я не знаю, стоит ли вызывать сейчас. Или не стоит. А для чего вы говорите копить вот эти вот орбы? Зачем они нам нужны? Накопление в плане того, что... Будут тоже какие-то определенные ивенты или что, для чего? Объясните мне, пожалуйста. Так, ну что, давай попробуем в башню, хотя я
Ага, да. Здесь ребята меня разбирают в этой башне. Ну, давай посмотрим, попробуем. Вот эти вот мотыльки хреновые, а. Они больно как-то стреляют. Вы посмотрите, ребят. Очень больно. Причем я им практически никакого урона не наношу. Вообще. Просто один только дент, и у меня там дентариан стоит. Да и то упал. Как? Не знаю. Кто они? Они у нас фракции огня. Фракции огня против них хороши кто? По-моему, нежить, ребята, да? Или еще кто-то в этом роде. Не... Сколько нам там до уровня осталось? Ой, совсем немножко, в принципе, ребят. Скоро мы даже, наверное, его получим. Получим скоро с вами левел. Так, гильдия монстры. Давай посмотрим, можем ли мы немножко пропать свою змейку. Подробности? Да, мы можем, ребята. Мы можем и здесь, и здесь, да? Нет, здесь не можем. Тут у нас на максималке, а здесь нам не хватает. Чуть-чуть буквально не хватает. Ладно, давай здесь поднимем уровень. Так вот, 55, буквально еще 5 левелов, и мы с вами сделаем следующую, по-моему, эволюцию. Это же опять будет очень-очень долго. Так, ну, в принципе, наверное, ребята, здесь и все. Будем с вами копить 6000 гемов. У вас еще будет время отговорить меня в комментариях, если оно действительно того не стоит. А если стоит, то говорите, чтобы я купил. Нам осталось немножко, ребята. Всего лишь 1200 гемов, и сундучок будет у нас в кармане. Так что... Так, а подождите, а мы больше ничего не сможем здесь сделать? Так, ну-ка, секунду. Это у нас что? А, это задание-то верный, понял. Здесь у нас это... А, это синтез. Синтез героев, понятно. 9-звездочного. Ёпрсоте. Так, здесь у нас... Ну, можно, ребята, 2 потратить. Фиг с ним. Давай сделаем рейдом. Хоть немножечко получим. Так. Эть, 9,20. Нам не хватало там немножко, да, по-моему, для уровня. Может быть, теперь достаточно? Сейчас посмотрю. Где же это? Вот здесь, да? А, нет, еще 7. Буквально 7 этих шардов не хватает. Так, а здесь можем мы кого-то с вами... Да, мы можем распылить... Расщепить. Вот так вот. Тихо. Сколько у нас камней? 4250. Ну еще, ребят, еще маловато это, да? Маловатенько будет. Но тем не менее, кэрри мы можем с вами приобрести. Но вы мне сказали, что не стоит. Надо ждать лучших, как говорится, персонажей. Поэтому буду ждать лучших. Так, ну а на таверну... Ладно, ребят, давайте хотя бы сделаем так. Все равно в данный момент я не смогу улучшить. Я коплю гемы, обновлять не буду. Так что вы уж не обессудьте, что я вот так вот пошел. Так, отлично. Ну, здесь можно бесплатно даже завершить. Так, и давай-ка сходим сюда. В этот... Как он называется-то, ё-моё? Круг призыва, конечно же. И два разика призыв сделаем. Эй, лашпен какой-то выпал нам. Однозвездочные даже, ребят. И опять же однозвездочные. Что за бред? Что за фигня? Давай на разборку, конечно же, их. Даже думать нечего. Вот так вот. Да, конечно, хотелось бы в башне пройти немножко, но сейчас это просто нереально. Ну что же, давайте мы тогда с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Я также вас буду дальше держать в курсе событий всего развития в этой игре. Так что, ребятушки, увидимся. Всем пока и до новых скорых видосиков.